Вот стойку у стены, давайте. Поехали, мамка, что вы будете делать? Вот такое. Перед началом надо разогреться. Левым головой, потом руками, потом вот так и вот так. И обязательно сделайте вот это упражнение. Оно очень вам поможет. После этого вы подходите к стене и пытаетесь сделать вот так. Следующее, вы просто подходите к стене и делаете вот так. Подходите просто к стене. Ногой. И очень близко подойти. Потом просто пытаюсь открыть и слезть. Это я сейчас упала, у меня просто стена скользкая. Потом вы просите напарника закинуть вам ноги. Вот так примерно. Чтобы одна нога доставала. Вот так. Чтобы вы попытались это сделать. Потом, когда уже все, напарник не нужен, пробуйте делать вот так, пал, и вот так сами. Потом вы можете сделать вот так. Пал, и вот так. А потом вы уже научитесь сделать нормальную стойку. Истинный. Успех!